Ты ждешь? Ждешь, мам, скажи, я жду. Ты что, меня решила голодом заморить, мама? Чего ты облизываешься? Ты тоже хочешь? Нету у меня для вас только курицы. Нету. Ой, уйди это. Найда, уйди со своей шерстью. Научился хотя бы корм грызть. Ты все глотал. У нас вот прибыли вчера апартаменты новые для Бакина. Огромное спасибо Елене за такой подарок. Вообще, конечно, спасибо всем абсолютно, кто нам помогает. Потому что бывает, люди обижаются, что про кого-то, может, где-то не упомянула. Но Елена вообще нам очень давно помогает, и так скажем, масштабно. Вот. У нас была клетка, вот точно такая же, как здесь, стоит с двумя дверьми. Мы ее отдали в другой приют на пользование, нам была не нужна какое-то время. Вот. И сейчас, когда вот уже Бакина я поселила в такую клетку, очень неудобно с одной дверью, то есть мне приходится туда заныривать целиком в клетку, чтобы убрать за ним. Вот. И забирать, конечно, не хотелось из другого приюта. То есть, хотя нам сказали, что вернут клетку. Но я понимаю, что такая клетка им тоже нужна. И вот Елена нам купила вот такую клетку. Она больше, чем вот эта клеточка. Не успела я вчера поставить, просто уже физически. Вот иногда не хватает даже сил вот просто собрать клетку, казалось бы. Тут что, время-то 5 минут. Надеюсь, сегодня у меня получится. Вот такие тоже классные миски, которые будут крепиться прямо к стенке клетки. Ну, вот как раз он не будет переворачивать, выливать воду. С едой-то как бы нормально, то есть у него тут он съел и все, и чистая тарелка. Я сейчас ее уберу. А вот воду, конечно, он периодически разливает, потому что, ну, бесится, что щенок маленький. Я еще раз хочу сказать спасибо всем, кто нам помогает. Всем, пожалуйста, не забывайте про нас. Потому что, как правило, знаете, как бывает. Вот увидели там какое-то такое больное животное, нуждающееся. Помогли по первости. Вот, а потом все, забыли. То есть, а животное-то, оно здесь живет, оно остается, оно никуда не девается. А оно не перестает там хотеть кушать, пить. За ним также нужно убираться. Инвалидам пеленки, постельное белье. Конечно, хочется каких-то там для них вкусняшек. Малыш. Малышок. Эх, малышок. Рада всегда вашей помощи и поддержке.